Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня десяточка, и сегодня опять трэш. Дали подарки, все дела, думаю, вы их забрали. Если не забрали, забирайте, есть двое суток. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, короче, у нас сегодня сборочка, практически сборочка, ребятушки. Еще одного недостающего героя. Сейчас я только сделаю вот так вот. И вот так вот. Получили мы такие вот плюшки, довольно-таки неплохие, бонусами. Дофига всего сегодня дают. Ну, просто щедрость IGG. Помимо этого, есть на всех серверах, где этот пак. Вот Accumulation пак, еще дополнительно плюхи получаем, из-за чего я как бы и забирал большой пак. Небольшой, а средний. Из-за того, что мы дополнительно еще получили дофига полезных нам вещей и нужных. Вот, слизни, в принципе, на кгшки пойдут. Маскировка, две эмблемы ПДшек, куча питомцев. Короче, все дела, все как надо. Так, но это не все. Начал я собирать уже наконец-то свалено. У нас уже его есть. 155 осколков. Вот так вот. Ну, сейчас еще пооткрываем плюхи. Может, еще что-то выпадет. Там мы какие-то взяли сундучки. Так, отлично. Смотрите, 190 сундуков пятых. Отсюда сейчас еще неплохо плюх получим. В общем, все, что нам осталось, это прокачать здание. Все оттягивает, оттягивает этот момент. Нету времени на прокачку. Это надо сесть, потратить пару часов, чтобы прокачать. Есть молоточки, за которые качать очень-очень удобно, экономят время и ресурсы. Так, отлично. Поехали посмотрим, что у нас по эмблемкам получится. О, восьмая ремочка, отлично. Еще одна восьмая ремочка, воодушка. Ну, давайте ради интереса глянем, что у нас вообще делается по эмблемам на аккаунте. Такс. Ну, четвертых, понятно, мало. Пятых тоже железки. Шестых сумок. А вот седьмых воодушки есть. СО, изворотливость, пакты, расколы. В общем, для архидемона, в принципе, почти все есть. Так, тут у нас есть две эмблемы таких. Да, и восьмерок у нас, в принципе, неплохо. Три ремки, воодушка есть. Отлично. Относительно, скажем так, неплохо. Так, окей. Поехали посмотрим, что у нас еще интересного есть на открытие. Так, тут сумочки со скинами, сколько махатмы, это нам по сути не надо. О, два рвения, отлично. Первые сумочки. Так, ну тут такое себе падает, конечно. С этих у нас падают скины. Поехали, 20 сумок. Сейчас посмотрим, что у нас по скинам получается. Со вторых у нас падает землеройка. Ну, землеройку мы уже собрали, в принципе. Уже больше не надо. Отсюда, ребятушки, падает свален. Ну что, поехали. Нам надо 45 осколков собрать всего. 40. 35. Отлично, 30, 25. Ну, я думаю, по-любому должны собрать. Ну все, ребятушки, можете поздравить. Сварен уже есть на аккаунте. Давайте сделаем вот так вот. Поехали. Полтора даже. Отлично. Вот еще у нас один недостающий герой. Последний. У нас осталось еще немножко дойти до Минотавра. Сколько у нас там до Минотавра? О, мы же барьер перед соточка. Две трети уже собрали. Еще одна шапка, ничего себе. Ну, она будет валяться у нас. А, такс, отлично. А,
Это радует. Так, сварен есть, поехали, откроем. Даст, не даст, ой, отлично. Так, что у нас, пиромагов нету. Ну, такое для архи, конечно, печально. Печальная эмблема у нас не так уж и много. Так, СО. Третий пакт, третий. Ну, это ни о чем, по сути, СО этот и пакт. Они нам ничего толком, скажем так, не дают. Так, отлично. Итого у нас по героям получается 80-88. Как видите, не хватает Арктики, Дракоса, Дракона, Влада Дракулы, Минотавра и Разрухи. В принципе, герои довольно-таки неплохие уже у нас собрались. Я попробуем еще имбу вытащить. Не дает нам по 1200 ролить. Ведьма. Так. Укротитель. Триантик. Ну, этих мы всех уже. Рогаточка. Мы уже всех их получили. Так, Погрома. Стрелок, которого только дали. Фрея. Дракос есть, ребятушки. Еще один. Еще один недостающий герой. Отлично. Огонь. Так, где там Дракос? И осталось только Деда Мороза словить как-то. Сегодня просто обалденнейшие паки дают. Можно вообще за 20 баксов собрать вот таких вот героев. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Пять просто имбовых героев. Плюс собрать сюда Огника. Вообще просто бешенство. Там бонусом придет. Короче, бешеные паки сегодня. Так, окей. С этим мы разобрались. Эти 66 монеток уже насобирали. Куча расходников. Сколько всего? Это просто жесть. Так, окей. Давайте сейчас подокачиваем некоторых героев. Дерево, например. Делаем 10-10. Ну, берс. Это не для дерева однозначно. Железка неплохо. Давайте пока дальше посмотрим. Так, Валька. На Вальку ремочку поставим. Так, железка. Ой, чуть-чуть не то качнул. Так, кто у нас такой интересный на железку есть уже? Видите, надо много скинов очень. Без скинов реально печально. Даже Огника еще до сих пор скина нет. Свален с замедлением упал, ничего себе. Так, железка, железка, железка. Железку можно, в принципе, и Анубису поставить. У нас там еще такое интересное есть. На железную волю. Чтобы не так особо станился. Командора. Поставим на Анубиса на подземке. Хотя можно эмблемы будет поставить. Знаете, кому неплохо заходит? Она Леди Льоу. Вот там у нас ремочка уже вкачана, мы эмблему. И медузки. Тут замедление, в принципе, тоже неплохо. Блин, вот фиг его знает, кому ставить. Просто у некоторых такие довольно неплохие талантики, а неохота их сливать.
Одержимым бессмысленно. Ай, давайте поставим на Дракоса. Сольем на Дракоса такой имба-талант. Такс, бег. Это вы все знаете, кому мы поставим. Конечно же, Валентине. Так, Берсик. Надо Свалину что-то интересное вытащить. Опять Железная Воля, ну. Ремочка. Ремочка у нас пойдет однозначно сейчас на дерево одна. Отлично. Потом оживу вторым, когда у нас будет скин. Вот, блин, падают же шремки. Реально неплохо падают. Так, о, у нас еще ж камешки добавились. Отлично. Так, на ком мы там остановились, ребят? На прокачках. Космо. Фрея, Фрея, Фрея. Бессмысленно пока. Асура. Ай, не хватает. Разогнался, блин, называется. Так. Что тут у нас интересного есть? А, кстати, давайте побежим по акциям. Пробежимся. У нас 5 попыток есть. Можно, в принципе, 40 забрать. Сейчас посмотрим, что там. 4000 камней. 5. В принципе, можно забирать. Давайте. У нас всего 66. Нам надо 35. Поехали. Еще плюс сейчас плюхи отсюда получим. Может, Деда Мороза с карты вытащим? Как думаете? О, ремочка, отлично, на Вальку. Ремочка для Вальки. Так, места у нас не хватает. Забираем плюшки. Блин, сколько плюх. Две ремочки словили, отлично. Сейчас еще будем дальше трэшевать. Так. 4000 камней. Триста к кулаков и 10 камешков. Отлично. Такс. Поехали. Let's go. Дайте деда, блин. Есть, ребята. Дед Мороз. И Влад Дракула еще плюс 2. Получилось у нас, ребята, плюс 4 героя. Обалдеть. Вот это мы собираем алтарь со скоростью. Просто жесть. Чик. И Дед Мороз. Блин, у нас осталось только Арктика и Дракон. С таких вроде. Кто там еще есть? Минотавр за донат, Арктика за донат, Дракон это... А, еще Дрейк остался. Жесть, конечно. Капитан Дрейк. Давайте еще отсюда Дрейка нам нафиг. Не дали. К сожалению, не дали. 3, 2. Такс, отлично. Просто огонь. То чувство, когда ты можешь не париться. Какие ресурсы тут уже. За фигню доната мы собрали топовый аккаунт. Грубая сила. Многие так любят ставить грубую силу, что я даже тоже поставлю. Но это бред, ребята. Это бредовый талант для этих героев. Потому что надо эмблемы ставить. А талантом на урон. Но мы это сделаем.
ради контента. Так, ну вроде мы так все сделали. Осталось там только подокачивать. Каменку я даже не знаю, кому ставить. Она, по-моему, на этом аккаунте беспонтовая. А, свален у нас же со скином. Вроде был. Или нет. Поехали в скины. Скин на Хрона. Топовый скинчик сразу у нас уже есть, кстати. Отлично. Что там у нас есть еще на скинах? Стрелок, это тоже отлично. Сурик. Докачаем. Все. Тут уже чисто так. По лайту. Прокачки. Так, по зданиям, что у нас еще что-то требует. А у нас сегодня тут, по-моему, мы сейчас фул вкачаем. Да, десяточка тут. Не знаю, сколько вкачаем. Нехило так силушка растет, да, ребят? Да, и десяточка это растет. Так, что нам... Вау, спасибо. Забыт этот. Королевская битва у нас появилась. Хоть на дракона посмотрим. Жесть. Вот так вот, ребят, осталось там только Дрейка где-то выловить. И, в принципе, все. И подловить остальных драконов. А, так, окей. С этим мы разобрались. Поехали сюда. Так, бонусы. Давайте посмотрим. Может, мы где-то сейчас с акции выловим. Очень часто они падают с акций. С обычных. А, вот сегодня еще за покупочку дают. Плюс 390. Спасибо. Плюс 780. Отлично. Так, это там мы узнали. Так, давайте заривимся. Заберем плюшки хоть раз. Так, Point Arcade. Давайте, может, здесь вылетит. Если повезет, конечно. Так, плюс 4 героя сделали. Дрейка дайте, блин. Ару дали. Так. Bingo Blast. Давайте тут попробуем. А, здесь точно мы ничего не словим. Ну, просто плюшки хотя бы заберем. Кагашки тоже нам не помешают. Так, отлично. Алхимик, счастливое число. Кстати... Счастливое число здесь тоже можно вытащить. Очень часто я получал здесь плюхи. Может, повезет в этот раз, попробуем. Было, не было 4 попытки, но думаю, вряд ли. Ну хотя, может, в сотню попадем, кто его знает. Так. И поехали еще эту акцию заберем. В общем, обалденнейший день сегодня на десяточке. 14 сундучков. Так, смотрим. Мне тут, к сожалению, нифига не дают. Только расходники. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите уже видосика следующего завтра. Всем удачи. Всем пока.